Сегодня отбудется посяджение Гомельского облвыканкама. Его удельники подведут выники работы живелогадовчего комплексу региона за минулый год, а так само вызначать приоритетные накерунки развития галины на будущую. Так само планируется обмерковать питание по скорочению колькости долгобудов на территории в области. Депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь Миколай Васильков сегодня примет удел у сессии сельского совета депутатов у городским поселку Уваровичи Будокошалевского района. На парадку дня профилактика правопорушений, развитие малого и среднего бизнеса, а так само створение новых працовных мест на территории сельского совета. БРСМ окажет молоді допомогу у працаўладкаванні. Спеціальныя гарачыя лініі пачалі работу при тэрытарыяльных камітэтах Беларускага Республіканскага Саюза Моладзі. С просьбой об оказанні садзейнічання у працаўладкаванні можна звертацца по телефоне у Гомелі 57 14 20. 25 і 26 сакавіка таксама будуць арганізаваны прыёмы маладых людзей у тэрытарыяльных камітэтах. Акрамя таго, маладзёжная лабараторыя сацыялагічных даследаванняў БРСМ абвясціла об запуску нового масштабного республиканского доследования. С сегодняшнего дня и по 3 красавика во всех регионах пройдет социологическое опытание. Его мета – вывучение становища молоди на рынку працы. Старейшее друкованное выдание краины, областная газета «Гомельская правда» отзначает 100-годовый юбилей. Со святом яе коллектив повиншовал президент Беларуси. По популярности и тиражи ваше выдание – одно из лепших у региональной периодицы. Стабильная аудитория читачов – вельми значный капитал, який вы имкнетесь заховать и повеличить своим профессийным майстерством, отзначил Александр Лукашенко. Непосредственно урочистости пройдут 24 соковика. С нагоды 100-годового юбилею газета «Гомельская правда» провела доброчинную акцию для жыхароў областного центра. У 9 городских троллейбусах с логотипом старейшего выдания Беларуси был организован бесплатный проезд. До того же всем пассажирам этих маршрутов супрацовники «Гомельской правды» раздавали святочный выпуск газеты. Доброчинная акция проходила с 7:30 до половы 9 годины. У так званую годину пик, коли люди спешаются на учебу и працу. На вину про то, что проехать можно абсолютно бесплатно, читаючи при гэтым свежий нумар газеты, гараджаню спрыняли с энтузиазмом. Сегодня у Гомельской областной библиотеки отбудется черговое посяджение просто навукового кафе. Тема «Что такое ГМА?». У большинства краин света уживание ГМ-продуктов дозволено, у некоторых існуют обмежаванні. По статистике только 5% европейцев относятся до их становча, остатняя лічать уживание такой ежи небезопасной для здоровья. Те так это сапраўды поспробуют высветлить эксперты просто навукового кафе. Лясные господарки в области распачали сбор бярозового соку. Сёлета плануется нарыхтовать амаль 1300 тонн. Правда, зрабіць гэта атрымается при спрыяльных умовах надворья. По папередніх прогнозах сезон завершится у початку красавіка. Грамадзянам трэба памятаць, что за парушение правила сбору прадугледжаны штраф до 20 базовых величинь. Работники державной лясной аховы ведут строгий контроль. У гэтым им допомагают фотопастки, затрыманные уже двое порушальников, абодва у Гомельском районе. До речи, купить у лясництве уже собранный сок не только больше правильно с пункту гледжения закона, але и танно. 1 литр каштует 13 копеек. Гэтай магчымасці уже скористаліся многие жыхары в области и набыли у лясництвах амаль 60 тонн соку. Сегодня означается сусветный день работников гидрометеорологичной службы. У нашем регионе у этой галине задейничано 140 человек. А кроме основной деятельности, сбору и опрацовки метеорологичных даденных, яны вывучают особливости климатичных умов, узровень химичного и радиационного забруджвания. Информация, якую отрымливают метеорологи, запотребованная у самых разных галинах экономики. Яны супрацовничают с сельскохозяйственными предприемствами, коммунальными службами и нават адукацыйнымі и медицинскими установами. Сегодня у сусветный день метеорологии у студии программы «Добрый вечер, Гомель» гаворка пойдет про метеоситуацию у Гомельской области, аномальные природные з'явы, якія фиксуются у регионе, гидрологичную обстановку на рэках в области. Доведаются глядачи и об тым, якой будет весна у гэтым годе, як минимизовать уплыв природных з'яв на метеозалежных людей. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 на телеканале «Беларусь-4».